Древний Киев в парке «Киевская Русь» – исторический и культурный комплекс. 17 мая 2015 года в этом уникальном месте состоится третий международный телевизионный фестиваль национальных и современных культур «Славница». Организаторы – Международное фестивальное движение «ТВ-Старт» и парк «Киевская Русь». Во время фестиваля запланированы как творческие выступления и конкурсная программа, так и другие увлекательные фестивальные формы. К участию в фестивале приглашаются индивидуальные исполнители и коллективы различных видов искусств, таких как хореографические коллективы народного, эстрадно-спортивного, бального и современного танца, фольклорные группы, хоровые коллективы, вокальные исполнители и ансамбли разных жанров, инструменталисты, цирковые студии, детские театры мод и студии модельного искусства. Стань участником великолепного праздника фестиваля «Славница» и прикоснись к загадке человечества в парке «Киевская Русь». По вопросам участия обращайтесь в оргкомитет фестиваля.